пишите, пишите, пишите. Я... В чем именно я нарушаю? Кому я не даю работать? Покажите мне человека, которому я не даю работать. Вам показали журналы до сих пор. Да, замечательно. Замечательно, я очень рад. И что дальше? Мне удобно стоять здесь. Вы подходите, каждый раз начинаете листать журнал. Вы это не имеете права. Я это имею право. Я член комиссии с правом существования. Не надо создавать такую нервную обстановку. Надо работать еще до ночи. Я не создаю нервную обстановку. Не надо ссориться. Я ни с кем не ссорюсь. Но если мне... Присядьте, потом встаньте, пройдете, посмотрите. Вам никто же не мешает. Ну, чуть-чуть посидите, потом посмотрите. Ну, какие проблемы? Я тут вот не пускали. Вот я здесь стою, никому не мешаю. Согласитесь, что я здесь стою, никому не мешаю. Ну, видите, значит, мешаете, наверное. Ну, конечно, ходил. Но ведь я же имел право посмотреть на эти книги. Имел. Ну, кто вам сказал, что я что-то не имею права? Процитируйте нормы закона.